Это фото было сделано в ноябре 1974 года. В кадре корреспондент областной студии телевидения записывает интервью со скульпторами Анатолием Белыком и Юрием Гумилем. Последний недавно закончил работу над монументом Владимиру Ильичу Ленину. 11-метровый памятник был установлен в Караганде на площади имени 50-летия Октября. Это один из самых крупных в стране монументов Ленину в граните. Молодой и юный Октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди.